так, вот так, вот так. Вот точка наша, да? Вот. Чуть вниз подбородок. Вот. Вот она. Зона введения. Вот то, что мы должны запомнить, потому что здесь есть, здесь прилично есть, а вот тут вот, вот этого нет, и поэтому вот это опускается, и вот тут вот как-то уже не уже. Срез иглы вниз, глубоко подняли, ввели. Нормально? И давим на коши, очень глубоко. Надо знать, где выходит нерв. Мы сказали. Теперь смотрите. Класс, совсем другое дело. Сразу ушло. Одевайте перчатку. Приятно. Вообще другое дело. 0,35 ушло. Всего-то. Всего. Всего 0,35. Да. Ничего. Плотность дает просто. Хороший тонус тургора, да, в зоне введения, хороший, да, пружинит. Прям даже разница, если вот прям пружинит, а вот здесь вот. А вот здесь нет, а вот тут посмотрите, да, а теперь вообще сейчас пройдет еще пара минут, посмотрите вот здесь линию, вот с этой стороны зайдите, да, сзади, оцените, и линию с той стороны. Не поднимаем. А можно будет? Конечно, смотреть? Конечно, не поднимаем. Угу. Разница, да? Угу. Так, а ничего тогда мне не видно. Рисовать будете? Вот тут можно рисовать. Да, да, давайте. Аккуратненько. Вот уголочек, вот, вот я рисую вот по складке. Угу. Равнобедренный, да? Да, да, вот он. Угу. То есть можно не рисовать, достаточно, тут визуально все видно. Вот. Угу. Где? Вот он вход. Залом. Вот он доступ. Угу. А если проверить, себя, вот опустили биссектрису, вот она получается на листе. Как здорово, боже. Как просто и не больно. Да? Это вообще. Не больно? Абсолютно. Серьезно, вообще. Не было. Какое-то чудо. Так принцесса же. Как же без чудес? Какое-то чудо прям. Как же без чудес-то? Вот вы к нам как попали, да? Угу. Случайно. Случай. Дело случай. Это я удачно зашел. Фарт называется. Это фарт. Еще немножко. Если вы все правильно укололи, как правило, не кровит ничего. Здесь второй раз я уколола, может, немножко сейчас сосудик. Да, так, видите, у меня вообще все... сосуды ужасные. Ну вот, ничего, я не вижу. Ни одной, да, ни одной сосуды. И я бы еще укрепила, поскольку больше у нас нет зон коррекции здесь, да, нет у нас необходимости. Вот подбородок, чтобы вот оно не уходило теперь вот сюда. Вот это мы выровняли. Здесь тяжелые филлеры. Что у нас тут? Ой, чего тут только вот нет. Вот, 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 вот не хватит вот так и вот так, да? Чтобы вот это все на чем-то держалось, конечно, это все вот, а, потому что тут просто здесь было введено, здесь введено, здесь введено, здесь введено, а здесь ничего никогда не было. Ощущение просто такого никогда не испытывала. А сравнивать есть чем? Есть, опыт. А что тогда, вот когда другие вводили, больно было? Ой, не то слово. А сейчас все как в сказке. Это просто вообще. Я никого специально не соблазняете прямо. Так доктор сама не планировала сегодня. Прослушав семинары, но я пошла за препаратом. Да, потому что... Здесь, в принципе, произвольно вкалываете, где, ну, потребности. Где пусто. И зная его особенность, что он моя такая вот, ну, несколько, да, вот, ну, куда хочу, туда колю, да, вот такое отношение, он заполнит пустоту сам.
Все, жизнь удалась. Огромное спасибо. На здоровье, носите с удовольствием. Носите. С гордостью. Носите с гордостью. А теперь оцените. Да вообще. Я очень рада. Все, да? Нет, сейчас еще работаю разок, и тогда все. Я уже обрадовалась. Ну, в общем, все. Уже препарат все. Да. Препарат все, да. Препарат все. Потому что вот так вот, когда вот такая проблема, вот, введите шприц пополам на две части. Потому что здесь просто в анамнезе плотные препараты, поэтому здесь даже как больше... Нет, то есть, наверное, 50 на 50 и коррекция, потому что проблема есть, и профилактика того, чтобы это дальше, бесконечно это держаться не может, это, да? Зато теперь у нас все так. Да, все супер. Красота. Завершенность появилась. Да. Да. Как-то вот это вот, а вот это вот. Наконец-то я одену свитера, потому что на фоне свитеров это все это, было очень... Да, очень... Я прям бесилась, я не могла одевать с горлом, ну это все уже. Даже не понимали, в чем проблема. Я уже понимали, да. Знаете, я очень долгое время, глядя даже на себя в зеркало, я не понимала, думаю, нет, ну вот так это так, а вот так это не вот так. Да. Уже, потому что как то, что мы лицо с вами нарисовали, минус вот этот и формирование брыли, то есть конечно, вроде не унылое еще лицо вот такое, а вот щеки-то ползут вниз. Ползут. Так когда умываешься, вот так становишься, на себя так в зеркало. Да, а это вообще, да. Не уподобляйтесь самым таким вот пациентам, которые стоят вот так, делают вот так, смотрят вот так, и тогда видят проблему. Все, если что, то еще салфеточек и промахнем. Какие ощущения? Жжение, распирание, давление? Нет, ничего, абсолютно. То есть как будто... Как карточку наклеили? Да, я наклеила в руках, в руку сунула. От счастья сжала. Все. Спасибо огромное. На здоровье. Следующий. Я уже. Давайте на вас посмотрим. Можно я шапку? Да. Я потом поканюли, я не должна сегодня показывать, потому что я очень люблю этого доктора, который ходит на каждый семинар. Да. А началось все с чего? С пилингов? Или с чего началось все? С пилинга. Первый на пилинге. На биоревитализацию остались. Потом контурная. Да. Вот на канюле. Соблазнились на семинаре. Потом просто гиалуронка. Как результат? Шикарно. Я же понимаю, когда... Что делали до этого? Ой, до этого много что было и много какие филлеры, но такого результата... Вы сами врач, вы сами тоже да, курите, да? Да, практикующий врач. То есть... Тут вот... Это нонсенс. Принцесс первый раз попробовал? Да, принцесс дыдень. Это прям... Хорошо, больно было? Абсолютно никаких болевых ощущений, никакого раздражающего эффекта. Совершенно все комфортно. В чем вот особенность принцесса, ну вот то, что сразу бросается в глаза с первого? Пластичностью очень ярко выраженная. Очень приятен при введении. То есть даже пациенты, которые, скажем, боятся болевых ощущений, для них это будет прекрасно. Не больно было. Хорошо. Начнете работать с нами? Обязательно. Спасибо.